Так, демо-версия, долгожданная демо-версия игры Dragon Age 2 успешно установлена. Она весит 2 гигабайта, уже доступна для скачивания. Ну и сейчас мы посмотрим, что же нам приготовили в Electronic Arts. Начинаем играть. Напоминаю, вы смотрите специальный выпуск Киборга-блога, в котором мы тестируем демо-версию игры Dragon Age 2. Вот сейчас запускаем конфигуратор. Такой же конфигуратор, кстати, как и у Mass Effect. Наверное, используется тот же движок, потому что конфигуратор идентичный. Точно такой же конфигуратор у Mass Effect 2 игры. Видео не поддерживает пока что широкоформатное разрешение. Максимум 1280 на 1024, хотя нет. А, вот поддерживает, отлично. Детализация графики очень высокий, сглаживание 8. 11 DirectX поддерживает. Обратите внимание, Dragon Age 2 поддерживает 11 DirectX. Выставляем. Сохраняем параметры. И запускаем игрушку. Самому уже не терпится сыграть. Ну что же. Вперед. Что мы видим? А, запустилось. Я уже испугался. Добавим немножко громкости. Заставку нам пока что не показывает. Погнали. Так, для подключения существующей учетной записи я Dragon Age 2, введите ее адрес электронной почты. Ага, требует пароль и адрес электронной почты. А если я не хочу? Ага, о, хорошо, пропускает. Так, настроечки. Я играю с инвертацией кнопок и мышки всегда. Музычка. Так, ну что, новая игра. Интересный такой интерфейс. На выбор нам дают женские и мужские персонажи. Ну-ка, возьмем воин, магесса, маг. Кстати, обратите внимание, демоверсия русифицированная. Очень здорово. Спасибо я за то, что выпустили локализированную версию демки. Воин. Ага, у нас есть воин мужской, воин женский. Разбойник мужской, разбойница женская. Магесса женская, маг мужской. Хорошо, ну что ж, возьмем воина мужика. Ух, как макает мечом. Какие латы, подтвердите. Угу, пошла заставка. Заставка на движке игры идет. Что мы видим? Видим мы какие-то проседания FPS. Mass Effect 2 не проседает, а Dragon Age 2
Серьезно так проседает. You know exactly. Да. Time to start smoking, dwarf. They tell me you're good at it. Очень интересно. Очень интересно. What do you want to know? Everything. Start at the beginning. Так, не будем себя мучить. Интересно, в игре проседает или нет? Оно у нас еще и тормозит в игре. Вот это да. И это. И это, и это. На компьютере, который на максимальных вытягивает второй Mass Effect. Спокойно, причем вытягивает. Напоминаю, у меня 4-ядерный процессор и видеокарта 1 гигабайт GeForce GTX 460. Да, про оптимизацию речи пока что не идет вообще. Ужас какой-то. Честно говоря, уже первое разочарование. Увы, увы. Ну хорошо. Ставим 9-й DirectX. С 11-м у игры большие проблемы. Хорошо. Перезапускаем. К сожалению. Вообще мне это не нравится. Ну хорошо. Конфигурация, видео, сглаживание. На аналогичных настройках Mass Effect 2 просто летает у меня. Ладно, попробуем. Может это 11-й DirectX? Sorry. Может это 11-й DirectX у нас? На 9-м может будет легче. Напоминаю, вы смотрите специальный выпуск Кибурга-блога, и мы с вами обозреваем, так сказать, демо-версию долгожданной RPG Dragon Age 2, и пока что в режиме 11 DirectX на максимальных настройках доступных демо-версий страшные тормоза. Это на системе, которая спокойно вытягивает второй Mass Effect под 50-60 кадров в секунду. Ну хорошо. Сейчас мы запускаем в режиме 9-го DirectX, посмотрим. Но если и в 9-м DirectX будет тормозить, я не знаю. Что уже тут сказать. О, 9-й DirectX. Идет уже нормально. Не тормозит. Да, в 9-м DirectX все, как видите, летает на максимальных настройках. Но вот с 11-м очень странно, как здесь биться. Ага. Сразу же говорю, что камера неудобная, страшно. Так. Можно бегать ВСД. Так, это разборки. Бьемся второй мышкой. Идет кровавое месиво. Бета не нам помогает. We can't keep this up forever. Ага, теперь нам при ответах на вопросы слева в таком кружочке показывает, собственно, вот мирный есть ответ на вопрос «Я с тобой», есть такой нейтральный, они тоже, и есть, вот как я понимаю, жесткий ответ,
То есть, тогда в бой. We'll take the bastards down with us. Прихватим ублюдков с собой. А вот и они, да. Я ими займусь. Сейчас помахаем мечом. Вау! Расчлененка. Сделаем максимальный зум камеры. Вот видите, что происходит? То есть совершенно не... Какие-то спецспособности поступили. Ага, ух! Кстати, вот хорошо, что есть такая расчлененка. Вау, одним ударом пятерых. Да, ну это уже, извините, конечно, ребята, но это уже просто какая-то японская RPG. То есть куча, смотрите, сейчас. Вау! Сразу 6 человек одним ударом. Вот это РПГ. Да. Ну сколько я уже, наверное, переместил, да? Человек 30 уже. Уничтожил.